под звуки вальса под оркестр войдут сюда. Мы ждем кого-то. Ты что, забыла? Как же можно? Сегодня праздник детворы, кто год за годом. Эх, и сложно, снимал учения плоды. Писать учился слог за слогом, читал и складывал слова. Кто с математикой сдружился, кто любит жизнь. Кирилл, ура! Еще минута и появится слегка взволнованный с мужчины. Герои вечера, принцессы праздника, им здесь сердца в звезду зажгли. Итак, встречайте участников праздника! Четвертый класс, добрые счастливых лица, душа поет на перебой. Нельзя в таких вот не влюбиться, не надевиться их красой. Шустрые, спортивные, смелые, активные, сообразительные, любознательные, в общем привлекательные. Все то умные, красивые, бутовые, счастливые. Там звери
Еще рано с мамой и папой в первый класс вели с тобой. Только сели мы за парты, как сегодня выпускной. Мальчишка не дорос, и во дворе играла,
Что испытывали вы? Чему радовались? Чего опасались в этот день? Я очень хотел пойти в школу, пропел Петя из стихотворения. Просыпался 10 раз. Я встал раньше всех и ждал, когда проснутся мама и папа. Моя мама очень волновалась, боялась, что я не смогу найти друзей. Но все получилось неплохо. Класс у нас очень дружный. Мы с мамой думали, что я могу заблудиться. И школа такая большая. Мои родители боялись, что у меня что-то не получится в учебе. Я слышала, как папа и мама говорили об этом на кухне. Моя бабушка считала, что я забуду пойти, буду голодная, потому мне давала с собой бутерброды. Но все волнения и переживания были напрасны. Мы все познакомились друг с другом и стали жить одной дружной семьей.
мальчик или хлеб. Прошла пора побед и неудач. Мы выросли, окрепли, повзрослели. Решили много непростых задач. Умеем то, что раньше не умели. Сегодня мы произносим слова благодарности нашим первым учителям. Как найти слова достойные? Как сказать пищучный фраз? Что мы очень благодарны вам, что мы очень любим вас. Спасибо вам, учитель первый наш, за ваш огромный труд, что в нас вложили. Конечно, мы не первый выпуск ваш, но знаем, вы нас сильно полюбили. Жизнь перед нами долгая и большая, и мы в начале нового пути. Учительница наша дорогая, вы помогли дорогу нам расти. Вы нас прощали, дружить учили, быть честными и добрыми людьми. Вы нас как собственных детей любили и навсегда запомните детьми. Пока тот класс, в котором есть учитель, который учит, понимает, помогает, он приласкает и обнимет, как родитель, и как родитель строго поругает.
читать и писать, и очень трудные, очень задачи решать, а главное добрыми и честными быть, и дружбой всегда дорожить. Спасибо за любовь, за труд и знания, за все, что дали вы ученикам, пусть ваше сбудутся заветное желание. Учителя, за все спасибо вам. Начинаются разные.
На речке, в поле я помню о школе и помню, что я в 5-й класс перешел. Все, мама, я уже сказала. Еще раз скажи. Давай. Теперь, когда мы чувствуем учебу, нас не испугать. Мы умножать уже умеем, читать умеем и писать. Красный шарах выражение любви, красивый.
Они придут, не успели оглянуться, а они ждут как тут. Целый год мы занимались, проходя учебный путь. Силы все мы исчерпали, пришло время отдохнуть. Лето красного дождались, май закончился, друзья. Школьный год уже за горами, а каникулы... Ура! Если с друга вышел путь, если с друга вышел путь, счастливого пути!